Так, Соколов. Я, товарищ подполковник. Я не понял. Это что, в армии приветствие старшего по званию отменили, что ли, уже? Никак нет, товарищ подполковник. Просто я вас без формы не узнал. Я смотрю, вроде бы вы, а вроде бы и не вы. Начальство, Соколов, надо узнавать в лицо, а не по форме. Так в том-то и дело, что у вас в этой одежде как бы лицо совсем другое. Какое-то более человеческое, что ли. Я имел в виду более гражданское. Гражданское? Ладно, на первый раз прощаю. Решите идти? Иди. Есть. Настроение и желание вам помочь. Мы вам, конечно же, поможем. Вон, видите, дяденька тащится. Вон, видите, это электрик из вольнонаемных. Колобков Виктор Романович. Можно просто Романович, он все поймет. Вот. Кстати, бывший военный. Но вы не обращайте внимания на его замашки. Если вам что надо, да, обращайтесь к нему. Он вам с гражданки притаранит. Но, естественно, не задарма, за бутылочку. Но мужика можно понять, у каждого свои слабости. Так что, если что, обращайтесь к нему. А мы не можем, мы приз, мы, ну, заняты, в общем. Колобок их точно взрючит, как пить дать. Не успеет, его же переводят в другую часть. Это ему так, сюрприз просто. От преданных служащих. С уважением. Слушай, здорово, Роман! Слушай, ты не мог бы предкам моим позвонить? Сказать им, когда у нас день присяги? А еще, тут телефончик от одного нашего. Возьми. Ты что, тебе плохо, что ли? Возьми, возьми. Что с тобой? Тебе плохо? Плохо? Вот сейчас тебе точно будет плохо. Смирно. Какая рота? Вторая. Я так и думал. Так. Романыч! Романыч, подожди! Слушай, такое дело. У меня очень мало времени, поэтому говорю очень быстро. Вот тебе денежка. Купишь мне бритву, бритвенных станков новеньких. И пену для бритья. Не, это не пена, а лучше гель, потому что от пены у меня аллергия. Вот. Ну что так смотришь-то? Ну что случилось-то? Да тут нормально, тут и на выпивку хватит. Слушай, чё, нормально все, держи. Какая рота? Вторая. Смирно. Вы что все, вашу мать, поборзели? А ну-ка кругом! Бегом марш отсюда!